месяце. Это самый популярный выбор российских и европейских туристов. Здесь доступные цены, отличный сервис, теплое море 6 месяцев в году. Проводить отпуск в этой стране нравится не только поклонникам пляжного отдыха, но и любителям познавательных экскурсий и ночных развлечений. В Турции особенно хорошо ездить всей семьей, так как для детей, даже самых маленьких, здесь созданы самые комфортные условия. Турция – наиболее доступный вариант отдыха даже по сравнению с отечественными курортами. При этом уровень сервиса выгодно отличается. Туристическая индустрия страны прославилась форматом «все включено», который позволяет туристам беззаботно наслаждаться отпуском, заплатив всего один раз. Отдых на турецких курортах подойдет и парам, и семьям с детьми, и старшему поколению. Молодежь оценит ночные тусовки, гурманы – пикантную турецкую кухню и сладости, любители шопинга – ассортимент качественных товаров. Только в этой стране вы найдете 459 чистейших пляжей, отмеченных голубыми флагами. Сможете искупаться в четырех морях и расслабиться в настоящем хамаме. В Турции вы ощутите удивительное смешение восточной и западных культур. Увидите уникальные памятники византийской и исламской архитектуры и природные достопримечательности. Гражданам Российской Федерации не требуется оформлять визу для поездки в Турцию меньше 60 дней. По прилету в паспорт бесплатно поставят штамп, разрешающий пребывание в стране. Если вы хотите остаться в Турции на более длительный срок, нужно заранее оформить визу. Валюта Турции – лира. В одной лире 100 курешей. В среднем лира равна 8,5 рублей. С собой лучше всего брать доллары или евро и по приезде менять на лиры. При желании можно расплачиваться картой Visa или MasterCard с рублевым счетом. В некоторых туристических местах принимают наличные рубли. Главное преимущество турецких курортов – это длительный пляжный сезон. На побережье Средиземного моря он наступает в апреле и длится до ноября. На курортах Эгейского моря – с мая по октябрь. Наиболее комфортным для купания является время середины июня и до конца октября. Осенью море остывает не сразу, позволяя туристам наслаждаться купанием в бархатный сезон. Большой наплыв туристов происходит в июле-августе, когда температура воздуха поднимается до отметки выше 38 градусов по Цельсию, а вода прогревается до 27 градусов по Цельсию. Зимой в Турции возможен экскурсионный и горнолыжный отдых. Воздушное сообщение с Турцией хорошо развито. Сюда летают как регулярные, так и чартерные рейсы. Прямой перелет из Москвы в любой популярный курорт, будь то Аланья, Анталия или Бодрум, занимает всего 3-3,5 часа полета. Трансфер до отеля часто входит в туристические путевки. Дорога из аэропорта Аланьи в Белек занимает примерно полчаса. В Сиде и Кемер – полтора часа. Время в пути зависит от того, сколько туристов и в какие отели развозят автобус. Можно заказать из аэропорта такси, тогда стоимость поездки рассчитывается по счетчику. На курорты Черноморского побережья Турции добираются из аэропортов Стамбула, Анкары и Измира. Перелет из Москвы длится также 3-3,5 часа. В Турции представлены гостиницы разного ценового диапазона и уровня сервиса. Уровень турецких отелей в звездах сравнивается с отелями Туниса, Марокко или Египта, но немного уступают обслуживанию в европейских гостиницах. Большинство туристов выбирают отели уровня 4 или 5 звезд, с питанием все включено. В таких гостиницах есть все для комфортного отдыха. Разнообразное питание, большая ухоженная территория, анимация для детей и взрослых, русскоговорящий персонал. При некоторых отелях есть собственные аквапарки, которые постояльцы посещают бесплатно. Бюджетным туристам вполне по карману забронировать экономный трехзвездочный отель с полупансионом или вовсе без питания. В 2021 году 459 турецких пляжей получили голубые флаги. Эта экологическая награда присваивается лучшим европейским пляжам за чистоту песка, воды и развитую инфраструктуру. По количеству ухоженных пляжей Турция находится на третьем месте в Европе. Обычно отличные пляжи прилегают к 4- и 5-звездочным гостиницам, где за порядком следит персонал.
На турецких курортах есть пляжи на любой вкус. Песчаные, галечные, галечно-песчаные или пляжные платформы на скалах. Большинство в сезон заполняется туристами, но есть и дикие, где можно найти уединение. На все муниципальные пляжи Турции вход свободный. Лежаки и зонты можно взять в аренду. На отельных пляжах для постояльцев шезлонги бесплатны, а гостям за удобство придется доплатить. Платным может быть вход и на отдельные пляжи, например, в заповедниках. Если пляж располагается на территории кафе, часто достаточно купить напиток, чтобы прилечь на шезлонг. Самые известные курорты Турции находятся на Анталийском побережье. Это сама Анталия, Аланья, Сиде, Кемер. Реже российские туристы едут в Бодрум, Мармарис, Даламан, Фетхея. Сюда обычно приезжают отдыхать европейцы. Курорты Черноморского побережья посещаются меньше. Среди них выделяются Синоп, Призы, Самсун. Зимой в Турцию едут кататься на горнолыжные курорты Улудак и Сарикамыш. Анталия. Выбор для туристов номер один. В этом городе-миллионнике развитая туристическая инфраструктура, удобный общественный транспорт и развлечения для отдыха любого возраста. На побережье много чистых пляжей, детских аттракционов, ресторанов и ночных клубов. В свободное время можно осмотреть историческую часть города или пройтись по большим торговым центрам. Аланья является одним из самых недорогих теплых курортов Турции. Купаться здесь можно вплоть до ноября. Курорт облюбован российскими туристами. В городе и пригородах большое количество гостиниц разного уровня. Можно найти и роскошные отели, и недорогие пансионаты. Отдых в Аланье подает семьям с детьми и молодежи. Здесь находится самый большой аквапарк побережья и пляж, на котором загорала сама Клеопатра. Небольшой город Кемер знаменит своим чистым сосновым воздухом и особым микроклиматом, благодаря которому на курорте нет изнуряющей жары. Здесь хорошие условия для отпуска с детьми, а также для молодежного отдыха. Турецкой Ибицей по праву считается Мармарис. В центре города целая улица отведена под бары. Она так и называется – Бар-стрит. В Мармарисе отдыхает молодежь из разных уголков света. Море здесь спокойное, поскольку находится в бухте. Большинство отелей расположено на первой линии. В пригороде города находится курорт Ичмелер, который подойдет поклонникам размеренного отдыха. Еще один центр ночного развлечения – Бодрум. В городе сосредоточено большое количество баров и ресторанов. И находится один из самых больших танц-клубов Европы. Отдых в Бодруме нравится молодежи из разных стран, а также тем, кто любит дайвинг, серфинг, виндсерфинг и кайтинг. Из Бодрума можно без визы попасть на острова Кос и Родос в Греции. Белек. Курорт для респектабельного отдыха. Здесь одни из самых высоких цен на отдых. И это понятно. В Белек ухоженные пляжи, красивая природа и современная инфраструктура. Благодаря пологому спуску в море здесь комфортно отдыхать с детьми. Если хотите научиться играть в гольф, в Белек вы найдете множество гольф-клубов. Сиде – популярный курортный город. Здесь хорошие песчаные пляжи и современные отели. Комплексы на любой кошелек. Отдых в Сиде понравится разным категориям туристов – и семьям, и молодежи, и пожилым. В исторической части города можно увидеть много античных построек, раскопанных археологами. Даламан – небольшой город, который станет отличной альтернативой популярным турецким курортам. Он начал развиваться как туристический центр относительно недавно. Даламан отличается чистыми пляжами и живописными бухтами. В городе много недорогих трехзвездочных отелей. Бюджетный отдых в Даламане понравится молодежи, а также тем, кто предпочитает активный отдых. Среди туристов популярен сплав по реке Даламан. Фетхия – курорт европейского типа. Это малоэтажный средиземноморский городок. В Фетхия много отелей, как роскошных, так и демократичных. Главная достопримечательность города – древние ликийские гробницы императоров, вырезанные в скалах. Отдых в Фетхия можно рекомендовать любителям спокойного отдыха и семьям с детьми. Стамбул – древний и самый крупный город Турции.
Бывшая столица Византии привлекает своими архитектурными и религиозными памятниками, среди которых знаменитая Голубая мечеть и собор Айя София. Посещать город с экскурсионными целями можно в любое время года. Здесь большой выбор жилья по ценам ниже европейских. На территории Турции немало выдающихся архитектурных памятников и природных достопримечательностей. На каком курорте вы бы не отдыхали, вы всегда можете отправиться на познавательную экскурсию к древним руинам или в национальный парк. Обычно туристам предлагают экскурсию в Каппадокию, Сиды, к ликийским гробницам в Фитхее. Если будете в Кемере, обязательно съездите посмотреть на античный город Олимпос и город Физелис по соседству. Чтобы оценить красоту турецких гор, отправляйтесь в каньон Гейнёк. Отдых в Турции нельзя представить без визита в Памуккале, к живописным термальным источникам. На большинстве турецких курортов популярны водные виды спорта, такие как дайвинг, рафтинг, виндсерфинг и кайтсерфинг. В Белеке можно сыграть в гольф, а в Анталии заняться скалолазанием. Тем, кто не боится высоты, стоит попробовать параглайдинг, как птица парить над пляжем и любоваться открывающимся видом. В Фитхее, Анталии, Сиде можно взять уроки верховой езды и покатать детей на пони. Любители ночных развлечений и жизни тоже найдут чем заняться. Своей ночной жизнью известны Анталия и Бодрум. Хотите побывать на турецкой Ибице? Тогда отправляйтесь в Мармарис. В этом городе проходят лучшие ночные тусовки. Здесь можно найти дискотеки на любой музыкальный вкус и посетить пенные вечеринки. Когда устанете от пляжа, отправляйтесь на шопинг. Большие торговые центры и аутлеты есть в Анталии, Алании и Кемере. У торговцев на улице можно недорого купить текстиль, сладости, изделия из натуральной кожи. Обязательно торгуйтесь, это нормальная часть процесса. По Турции удобнее всего передвигаться на автобусах. Это самый популярный вид транспорта. Автобусы очень удобные и все новые, а дороги ухоженные. Так что поездка превращается в одно удовольствие. Междугородние автобусы отправляются от автовокзалов. Билеты можно приобрести в кассах или специальных киосках. Между курортами и внутри них ходят маршрутки Далмуши. Это шустрые микроавтобусы с недорогим проездом. Остановки Далмуши отмечены латинской буквой D. Постоянного расписания нет. Далмуш отправляется по мере заполнения салона. Водитель принимает только наличные. В среднем проезд обойдется от 3 до 5 лир, в зависимости от расстояния поездки. Такси в Турции довольно дорогое. Да и водители часто жульничают, например, оставляют включенным лампочку ночного трафика, а он выше дневного в 2 раза. Оплата зависит от длительности поездки, поэтому включайте навигатор и следите за своим перемещением, чтобы не получить супер дорогую обзорную экскурсию вместо поездки из точки А в точку Б. В Турции можно также взять автомобиль на прокат, если вы старше 21 года и ваш водительский стаж более 1 года. Во время пика сезона аренда обойдется примерно от 40 до 70 евро в день, в зависимости от марки автомобиля. Также нужно внести залог от 400 до 500 евро. Курорты Турции находятся за 1000 километров от границы с Сирией. Сюда не доносятся и отголоски локальных конфликтов. Турецкие власти заинтересованы в притоке туристов и следят за порядком на курортах. Как и в любой другой стране, здесь нужно соблюдать обычные правила безопасности. Присматривать за лишними вещами, не доверять незнакомым людям, не посещать злачные места, особенно одиноким женщинам. Не заплывайте в море за буйки и не купайтесь ночью. Могут быть сильные подводные течения. Если вы едете в Турцию самостоятельно, не забудьте оформить на время отпуска медицинскую страховку. Приятного вам путешествия по Турции. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Евгений. До новых встреч. Пока.